Почему современный человек находится в тревоге? Мы всю жизнь с вами жили в мире, в котором нам объясняли, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, куда беречь, что делать и так далее. А сейчас мы вдруг, нас в какой-то момент сказали, слушайте, вы свободны. Когда нам сказали, а вы теперь сами должны решить, что хорошо, что плохо, вы должны сами научиться строить отношения, вы должны, значит, сами понять, что вам надо, что не надо, к чему стремиться, к чему не стремиться и так далее. И вот, и мы такие, мы в ужасе. Понимаете, мы лишились родителя. Раньше был всегда родитель. Государство, там, идеология, там, религия там, и так далее. И они говорят, да-да-да-да. И мы такие, как малые дети, мы же не в курсе. У нас не было всего этого информационного потока. Мы смотрели, сказали туда, мы сказали, о, понятно, все, пошли. Мы можем сопротивляться, недовольствовать. Ну, бывают дети, которым не нравится, что родители им что-то приказывают. Вот. Но при этом мы все равно, нам все было ясно. А сейчас у нас, слушайте, с вами, это называется экзистенциальная тревога.